На турнире с призовым фондом в 500 тысяч долларов состоялись матчи очередного круга. Первый номер соревнований в трех сетах выиграл свой матч и вышел в четвертьфинал. Мисс, можно мне повторить? О, простите, я подумал, вы дама. Я и есть дама. Ваше лицо кажется мне знакомым. Да, точно. Да, мне часто это говорят. Наверное, я на кого-то похож. Рубрика «Неудачник недели». На этот раз долго думать нам не пришлось. На счету судьи Оуна Темплтона самая идиотская жеребьевка в истории футбола. Это произошло в воскресенье в Далласе при счете 10-10. Команды готовились к овертайму. Пришло время бросить монетку, чтобы узнать, кто будет начинать. Даллас, Орел или Решка? Решка. Отлично. Орел. Что? Там же Решка. Нет, Орел. Нет, это же... Нет, там был... Решка, это Решка. Это... Как я ты сказал, что, так и есть. Да, Орел. Еще. Орел. 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 Да? Орел. Орел. Да?